История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа. Поэзию Лермонтова нельзя назвать просто поэзией. Его произведения нельзя назвать только стихами. Его образы не остаются отвлеченными измышлениями. Поэт-пророк, предсказывающий не только свою судьбу, но и становящийся на роль путеводной звезды. Любил с начала жизни я угрюмое уединение, где укрывался весь в себя, боясь и грусть не утая, будить людское сожаление. Счастливцы мнил я не поймут того, что сам не разберу я, и черных дум не унесут ни радость дружеских минут, ни страстный пламень поцелуя. Мои неясные мечты я выразить хотел стихами, чтобы, прочтя сии листы, меня бы примирила ты с людьми и буйными страстями. Но взор спокойный, чистый твой в меня вперился изумленный. Ты покачала головой, сказав, что болен разум мой желанием вздорным ослепленный. Я, веруя твоим словам, глубоко в сердце погрузился, однако же нашел я там, что ум мой не по пустякам к чему-то тайному стремился. По учению святых отцов православной церкви, центр и источник всех помышлений, всех чувств, всех возвышенных и низменных порывов находится в сердце человеческом. Даже сама природа делится на три составляющие – ум, сердце и тело. Единение этих трех составляющих приводит к гармоничному развитию личности. Чем больше их разрозненность, тем сильнее духовная дисгармония, дискомфорт. В исповедальных автобиографических строках поэт выявил внутренний конфликт между христианским воспитанием, в котором все поверяется сердцем, и отсутствием для ума пищи духовного содержания, дающей возможность искать пути к духовному совершенствованию. История души Михаила Юрьевича соткана из противоречий. Мятежная душа поэта всю жизнь ищет ту бурю, в которой свободолюбивый его дух будет находиться в гармонии. Однако не так уж категорично и не всегда отрицает он надобность своего примирения с Богом, но, к сожалению, ищет этого применения в любви земной. Это накладывает тяжелый отпечаток на его душу, обреченную обманываться в поисках земного идеала. По мысли богослова Иустина Поповича,
любовь к человеку без любви к Богу есть самолюбие, а любовь к Богу без любви к человеку есть самообман. «Душа у всех христианка», – гениально отметил Тертуллиан. Религиозно-нравственное воспитание Михаила Юрьевича остановилось на моменте его просвещения со стороны любимой бабушки поэта, заменившей ему мать, отца. И, к сожалению, как становится ясно из строк его стихотворений, духовного наставника. О том, что православные таинства могут не только исцелить человека от недугов телесных, но в первую очередь врачуют немощи души, с которыми без помощи Божией не в силах справиться ни один человек, поэт не упоминает. Будучи наделен даром литератора-пророка, способного воздействовать на души и сердца людские, Лермонтов постоянно прибегает к тем или иным источникам поэтической мысли, черпая в них опыт и вдохновение. Никогда не обращается к трудам величайших христианских мыслителей. «Я верю, обещаю верить, хоть сам того не испытал, что мог монах не лицемерить и жить, как клятвой обещал, что поцелуи и улыбки людей коварны не всегда, что ближних малые ошибки они прощают иногда, что время лечит от страдания, что мир для счастья сотворен, что добродетель не название и жизнь поболее, чем сон». Но вере теплый опыт хладный противоречит каждый миг. И ум, как прежде безотрадной, желанной цели не достиг. И сердце полно сожалений хранит в себе глубокий след умерших, но святых видений и тени чувств, каких уж нет. Его ничто не испугает, и то, что было яд другим, его живит. Его питает огнем язвительным своим. Каждое стихотворение Лермонтова – исповедь. Именно так он называет одно из своих самых проникновенных произведений. Но в понятие «исповедь» поэт вкладывает некое своеобразное значение. Один из важнейших вопросов, который задает на исповеди священник – «Раскаялся ли ты во грехах своих? Желаешь ли бороться с ними, просветляться душою и телом, устремляться к Творцу всех благ, Богу? Видим ли мы такое благое произволение в Лермонтовской исповеди?» Наука очищения себя от страстей как будто даже не коснулась сознания поэта. Кажется, сама православная вера остается для него скорее на уровне прекрасного образа. Но пылкий и суровый нрав меня грызет от колыбели, и в жизни зло лишь испытав, умру я сердцем не познав печальных дум, печальной цели. Мама поэта Мария Михайловна Лермонтова скончалась, когда ему не было и 3 лет, в возрасте 21 года, не успев дать ему неизмеримую меру материнской ласки и любви. Не впитав, не успев унаследовать простодушную, искреннюю веру бабушки, обладая пытливым умом, так и не нашедшим ответов на основные вопросы бытия, поэт уходит на некоторое расстояние от религиозного восприятия картины мира –
И в то же время его внутренний мир достаточно целостен в том, что касается его личных отношений с Творцом Вселенной. Отношения эти не носят характера теплохладности, осуждаемой святыми отцами. Бог любит холодных и горячих. Лермонтов холоден от начала. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Уже в этих строках явственно проступает не только внутреннее искание поэта, но пророчество относительно всей его судьбы. Как бы отвергает тишину и спокойствие Божьего мира, отказываясь впустить в себя Царство Небесное. К концу своей жизни Лермонтов не раз стоял на краю, едва отделяющей его от роковой черты. Дуэлянство, геройство на Кавказском фронте, он не боится бросить вызов даже власти. Он как бы бравирует своей отвагой. Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставив после себя длинную струю света и благоухания, и исчезнуть во всей красе своей, напишет Виссарион Белинский после гибели поэта. Лицо одно – изгнание, внешнее страдание вносят в творчество Лермонтова наиболее светлые тона, когда та самая буря как будто утихает в метущейся душе. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой румяным вечером и утро в час золотой из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Юрьевич сумел послужить земному отечеству не только даром литератора, но и офицерским мундиром. Смеем уповать, что за верную и правую службу отечеству он будет помилован Творцом, как если бы эта верность касалась духовной жизни. Вот одно из самых одухотворенных произведений поэта, утверждающее дарованную ему Творцом чуткость ко всему духовному. В минуту жизни трудной теснится ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко, легко.